Сотрудники полиции Адыгеи вместе с коллегами из республиканского управления ФСИН пресекли противоправный заработок должностного лица. По предварительным данным, сотрудник уголовно-исполнительной системы, вопреки интересам службы, за вознаграждение оказал осужденному незаконную услугу. В результате совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий было установлено, что в 2013 году один из осужденных, находившийся в медучреждении закрытого типа, узнал, что его лечение окончено и он будет этапирован в колонию. Не желая туда возвращаться, он попытался в кавычках «решить вопрос продления так называемого больничного». Факт противоправных действий был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками группы собственной безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Адыгея. Материалы проверки были переданы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея для принятия процессуального решения. В настоящее время подозреваемый уже уволен из органов уголовно-исполнительной системы, а следствие по данному делу продолжается.